Добрый вечер, друзья. Короткий вопрос. Говорит человек, вы советуете подаваться на разные специализации, подготовив, рассылая разные резюме. Это не совсем так. Я говорю, что если ты хочешь на разные позиции подаваться, я не советую подаваться на разные. Но если ты хочешь подаваться на разные, то уже, пожалуйста, сделай разные резюме. Не используй одно резюме и на программиста, и на тестера, и на там администраторы. И так далее. Сделай три резюме, и все. Вот это я говорю. Вот, значит, а что при этом делать с информацией в LinkedIn? Действительно, сейчас как-то принято, и рекрутеры посматривают, и менеджеры. Вот если человек есть, насколько он реальный, вот что у него там в LinkedIn? Там же нет разных резюме под разных работодателей. Нет, в LinkedIn нету, но в LinkedIn есть такое понятие аккаунт. Да? Я надеюсь, вы слово такое знаете. Я заметил, что вот мы тут говорим аккаунт, а когда по-русски пишут через А и читают аккаунт. Ну, аккаунт, аккаунт. Друзья, это то же самое слово. Так вот, знаете, только произносится по-разному немножко. Значит, в США говорят аккаунт. То же самое, как кампус, да, где говорят кампус, скажем, в Великобритании говорят кампус, но слово то же самое. Итак, если у вас есть интерес к тому, чтобы искать работу по трем профессиям, значит, вы делаете три резюме существенно отличных, то есть каждое резюме выстроено под одну профессию, у вас их три. Вы создаете в LinkedIn три аккаунта, вы можете слегка менять свое имя и фамилию, я не знаю, там, если там, я не знаю, зовут там Вася Соколов, да, значит, вы можете вместо там Соколов писать Соколов, вы можете писать Сокол, вы можете написать С, вы можете написать Сок, вы можете немножко менять. То же самое с Васей или там Петей, да, вы можете его там Питер и Петр, там с двумя и, с одной и так далее. Немножко можно модифицировать, никаких проблем с этим нет. Значит, вы, да, чего вы хотите этим добиться, чтобы когда ищут по конкретной фамилии и имени, вот по этой комбинации, вы хотите, чтобы выходил один ваш профайл, а не сразу два или три. Вот этого вы хотите добиться. Поэтому таким образом вы себя так там прописываете. Вот, собственно, и все. И, соответственно, к каждому из этих профилей вы приделываете ваше резюме. Соответственно, в этом резюме вы даете ссылку, прямо там, где контактная информация, даете ссылочку на этот профайл, чтобы люди не искали, там не ходили, чего-нибудь лишнего не находили, а вот прямо так, например. И все. То есть это очень несложный технический вопрос, то есть решается путем создания нескольких аккаунтов в LinkedIn. Аналогично, я бы сказал, вообще социальные сети, вот попробуйте набрать свое имя в Гугле, так еще в кавычки поставьте, чтобы так по конкретному, да, стрингу поиск был. И посмотрите, что выходит. Иногда бывает, я так на студентах смотрю, там резюме такое, он там программист, там, я не знаю, бог знает кто, а делаешь поиск, а он оказывается там бухгалтер, где-то там, а до этого запчасти там перебирал, снятые с побитых автомобилей, там еще что-нибудь, понимаете? Вот чтобы этого не было. И чтобы не было фотографий, где две бутылки пива одновременно человек там, значит, подпевает, вот тоже не... Чистенько, культурненько, аккуратненько. Это как бы отдельная тема, но что касается LinkedIn аккаунта, вот я думаю так. Счастливо!